Губернатор Югры Наталья Комарова в эфире одного из федеральных каналов рассказала о том, как в округе проходит процесс импортозамещения. В частности, глава региона подчеркнула, что сейчас в Югре идет актуализация плана по импортозамещению, но сам процесс запустили еще с 2016 года. Речь в основном о нефтегазовом комплексе. От него зависит энергетическая безопасность и конкурентоспособность экономики России. В частности, в Югре 100% программного обеспечения для моделирования гидроразрывов пластов отечественное. И 70% буровых установок тоже российские. По словам губернатора, сейчас в округе реализовано 14 проектов и модернизировано 16 производственных предприятий. Еще один пример импортозамещения – это насосы для перекачки сжиженного природного газа. В Нефтеюганске открыт Югорский машиностроительный завод, который наладил выпуск криогенных емкостей. Они работают при низких температурах и используются для хранения и перевозки сжиженного природного газа. Очень востребованный на рынке продукт. И поэтому, если раньше это оборудование закупалось в Италии, Германии, вот, то несколько месяцев назад наши предприниматели начали разрабатывать собственную линейку криогенных насосов. Они уже на 90% состоят из российских комплектующих.